Тренды Ютуба. Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в различные игрушки. И сегодня у нас будет MP3 бред. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Мемы сегодня будут прям офигенные. Сегодня без матючков. Сразу вас предупреждаю, но потом полюбасу, серия такая будет, мы там поржем от души. В общем, если вам понравится, обязательно прям пишите еще давай. И, конечно, залетайте в Телеграм, ссылка в описании. Короче, все, ребята, в принципе, все здесь. 3, погнали. 2, 1. Let's go. MP3 бред! Хорош. Привет, добро пожаловать в MP3 бред. Я Батя, и сегодня я буду вашим ведущим. Давайте быстренько расскажу вам, что сейчас будет. Каждый из вас получит на свои устройства по 10 мемов. Один, блин, там Айзек, офигеть! Будет определять задание. Остальные игроки выберут 2 звука, которые больше всего будут подходить к теме. Как только все сделают свой выбор, судья определит победителя. 3 балла и победа за вами. И не забывайте, остальные игроки могут играть за зрителей, зайдя в любой момент по коду. Начнем же. Погнали, ребята! Я вообще за ежика. Выбирай любую тему. Короче, он выбирает нам тему. Я вообще за ежика. Офигеть, ребята. Ля, Копатыч, кроша, ребята. Я всю кружку хотел купить, ребята. Так. Нашей темой будет... Самый странный голосовой запрос, отправленный в Яндексе. Боже. Пришло время выбирать звуки. Боже, что там можно выбрать, ребята? Блин, ну там MP3 бред, реально, ребята, это просто... Папирус, ну, ребята, должен, конечно, там. Сейчас выбрать шикарно. Он поймет, где я, где нет. Ой, да ладно вам, нажать всего лишь на 2 кнопки не самое тяжелое, о чем я мог вас попросить. Самый странный голосовой запрос отправлен... Папирус судит, он может строго судить, ребята. Кто знает, кто знает. Шампунь жумайсымба. Скажи перхоти, Кузьми Курбит Булы, сынба. А мне нет. Вот типичный пример малолетнего дебила. Повар? Спрашивай повара. Капец, это немного странно. Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт. Господи. Я хочу пиццы. Неправильно. Попробуй еще. Я помню это. А где моя сосиска? Вот это настоящий петух. Кто же достоин победы? Так, ребят, ну я в принципе тут... Тут на самом деле понятно, что... Я уже выбрал для себя победителя, ребята. Я уже выбрал. Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт. Вот мне интересно, ну-ка. Шампунь жумайсымба. Скажи перхоти, Кузьми Курбит Булы, сынба. Было принято. В этом раунде победил... А где моя сосиска? Ой, блин, ребята. Капец просто. 1 балл уходит тебе. Так держать. Судья. Пришло время выбирать тему. Давайте вот так вот сделаем, ребят. Так, Хантер выбирает. Я, кстати, забыл на самом деле счетчик фолловеров, ребята, убрать. И, короче, задание на трон, заходите, ребята. Жмите, отслеживать его. Самый лучший способ представиться на собеседовании. Так, сейчас выберем. Пора выбирать 2 звука. Сейчас будет. Сейчас, ребятки.
Блин! Блин, мне, короче, такая бредятина реально попалась. Сейчас посмотрим. Здравствуйте, компания за решать поинт. Две кнопки, поэтому машина сделала это быстрее. Самый лучший способ представиться на собеседовании. Срочно покиньте помещение. Осуждаю, осуждаю. Спасибо, папаша, что подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Ладно, ладно, мы поняли. Шикарно, ребят. No. Ошибка стоп 0000. И это все грибы. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Испанцы прошел. Где испанцы? Вы все говно! Диджей Арбуз. Судья. Чё такое есть? Чё, погоди, реально есть диджей Арбуз? Блин, вот тут на самом деле не знаю, ребята, какой выбрать, если... Это жесть, конечно. Но диджей Арбуз, я первый раз такой. Диджей Арбуз. Бум-бум-бум-бум-бум. Блин, ну это жесть, конечно. Я не знаю, что бы я выбрал, если честно. Тут как-то непонятно. Судья сделал свой выбор. Давайте послушаем. Вы все говно! Теперь на один балл богаче. Судить данный раунд. Боже мой. Ну чешо, я может... Что же ты выберешь? Пельмень там будет сейчас, ребята. Ладно, пельмешек должен. Слушай, ну это... Отмену испанцу. Внимание, Витька прославилась эта игра. Блин, я хочу испанцев. Где они? Как впечатлить игрока, бродяга? Звука прямо сейчас. Брат, спокойно. Вот он, уже есть, ребята. Русский узор, квас живого брожения. Уже, господи, уже есть, ребята. Блин, я... Видимо, некоторым очень тяжело нажать всего лишь на пару кнопок. Как впечатлить этого игрока? Там такие были выборы, ну-ка. Это что за покемон? Вот это я понимаю. Запомни мои слова. И это все грибы. А, девчонка за рулем. Мама пришла. Боже мой! Маги божественны с домашкой. Музыка для спидрана! Минута. Пошла. Что за сад чемпионы? Новый миф. Морозная свежесть. Да это же баян! Кто же победит? Блин, это очень все круто. Мне это честно понравилось. Помоги, пожалуйста, с домашкой. Судья принял свое решение. Боже мой, это просто шикарно. Ой, мама пришла. Да че шо происходит? Ах ты мне! Хоть один балл, ребята. Будет. Пора выбирать тему. Морти с нами, кстати, играет, ребята. Блин.
Блин, да что ты будешь делать? А мне хоть один бальчик. Ну-ка, ребят, сейчас задание. Тема раунда. Что этот игрок делает в 4 утра? Что бродяга делает в 4 утра? Играйте ваши звуки. Что он там делает, ребята? Сейчас будет. Что он делает? Ну, конечно же, стрим, ребята. У нас стрим, между прочим, может что до 5 этот утра. Игрок делает в 4 утра? Кто знает. А какого хрена? У меня просто вот это, кстати, краб рейв. У меня, короче, на заставке. Хоба, всем здорово. Мне что это? Слушай, это охрененно. Здорово, отец. -3. Ой, мама пришла. Впрочем, это уже совсем другая история. А муха тоже вертолет, но без коробки. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Испанцы! Я шоколадный заяц, я ласковый мезавец, я сладкий на кокос. Ну где испанцы? Все-таки они тут. Нужно больше золота. Я заснял! Фан. Дерзайте. Еду поставили в микроволновку. Ну здорово, отец. Это вообще круто, ребята. Господи, это шикарно, правда. Я не знаю, ребята. Это просто... Я еще... Впрочем, это уже совсем другая история. А муха тоже. Уф, уф, ребята. Ну, испанцы, ну, это здорово, чит. Отец. Не, еду поставили в микроволновку, это прикольно, он типа разогревает. Трудный выбор. Впрочем, это уже совсем другая история. А муха тоже вертолет, но без коробки. Судья принял решение, и это... Испанцы! Я шоколадный заяц, я ласковый мезавец, я сладкий на все руки. Господи, ну что ты будешь делать, а? Посмотри просто на это. Возможно, ты гордишься своим баллом, который только что заработал. И ты судья... Ты смотри, что происходит. Выбирай, да что происходит, где я там? Давай посмотрим, что он выберет. Блин, это просто шикарно, ребята. Это просто шикарно. Бродяг теперь знает, что делать. Ваше задание. Тренды Ютуба. Тренды Ютуба? Самое время выбирать звуки. Что там? Что там, ребята? Я знаю. Я знаю! Я знаю, что сейчас будет, ребята. Тренды Ютуба. Испанцы, индийский чай. Тренды Ютуба. Ну вот же, да? Нормальная шутка, а? Ну... Пойдет. Хайпанем немножечко. Ну, в этой ситуации мы просто наше... Это самое... Мы уже... Здесь наши полномочия и все. Отлично. Тут бы испанцев, да, ребята. А как поднять бабла? Спасибо, клоун. Пранк какашки. Нужно больше золота. Испанцы. Вишневая семерка, неоновые фары на стеклах тонировка. Вишневая семерка. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Это все, вот и все, ребята. Судья, время выбирать. Испанцы читерство, какого хрена? Испанцы от винта. Пойдем немножечко. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все. Окончено. И
Блин, ну это шикарно, конечно, ребята. Так не интересно. Так, конечно, так неинтересно, господи. Вырезаем испанцев, ребята. Судья выбрал наилучшие звуки, а именно... Хайпанем немножечко. Там не испанцы, ну, нет. Ситуация, испанцы не контрятся. Это самое, мы уже... Здесь наши полномочия, все. Разрабы уберут испанцев из-за читерства. Вот так вот, ребята, вот так. Пельмень сейчас немного офигел. Сейчас пельмень немного офигел. Типа, а? Ребята, это вообще ржака просто в чатике. Пельмень такой, а? Типа, как не я-то победил? Новое шоу на телеканале ТНТ. Опа, опа, что там? Испанцы сейчас, ребятки. Все, хорош, ребята. Да у меня тоже постоянно бред, да. У меня тоже чисто бредятина. То есть испанцев-то нету у меня. Ой, да ладно. Дайте мне испанцев. Кнопки не самое тяжелое, о чем я мог вас попросить. Дайте мне испанцев. Ребята. Уважаемые граждане России. Как? Как так получилось-то, а? Где деньги, Лебовские? Город засыпает. Просыпается мафия. Опа. Ребята, ремастер, ребят, похоже. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Это было бы очень круто. Форт Боярд, пацаны. Боже, это охрененно. Надо подкачаться, надо подкачаться. Форт Боярд, конечно. Больше золота. Тогда надо подкачаться или золота больше? С вами Люба 228. Game over. Блин. Ну блин, Люба 228 тоже хрен ее проконтришь. Ну и Кубович, конечно, ребята. Где деньги, Лебовские? Якубовича в Форт Боярд. Не, ну... Боже мой. Слушайте, ну это вообще ржака просто. Надо подкачаться, надо подкачаться. Нужно больше золота. Судья сделал свой выбор. Давайте послушаем. Ну-ка, чешу там. Вот так вот. Где деньги, Лебовские? Тревога! Я обязан сообщить, что у одного из вас уже набралось 3 балла. Чешу, так быстро! Я вообще до ножа одного не по... Фу ты, блин, ах ты я! Получен достижение. О, это достижение, ребята. А вот наш второй победитель, который получил больше всех лайков. 57 лайков, брат! Ты шо, блин, так много-то? Хорош! О, а я с ракет, ни хрена. Неплохо, ребята. Хайпанем немножечко. Блин, это просто офигенно, ребят. Это было просто офигенно. Так, ну что, что я вам скажу, ребята. Это очень круто. Взлетайте на Трово, там будет MP3-бред. Вот сразу вам скажу, почти каждый день стримлю. Так что, братишка, залетай. А на этом пока что все. Также залетай, кстати, в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.